В санатории Тесь Минусинского района убит один из отдыхающих. 49-летнего мужчину нашли случайные прохожие. Он был без сознания и сильно избит. Его доставили в Минусинскую больницу, но врачи оказались бессильны. Мужчина скончался. В Краевом следственном комитете по факту смерти возбудили уголовное дело. Известно, что погибший был жителем Красноярска. В ночь на 15 сентября он в баре санатория повздорил с другими посетителями. Как говорят очевидцы, ссора закончилась дракой. Ведется расследование.